Кстати, выпускникам даже после сегодняшнего расслабляться не стоит, ведь впереди их ждет еще один праздник. 27 июня Железногорск отметит День молодежи. Городская программа фестиваля начнется с 16 часов. На центральной аллее парка участники и гости праздника смогут посетить арт-пространство, поучаствовать в различных мастер-классах, сыграть в популярную игру «Мафия», посмотреть на карикатуристов и фокусников, а также сходить на открытие памятника добру «Одуванчик» и насладиться праздничным концертом творческих коллективов города и краевого центра на сцене, установленной возле фонтана. Кроме того, вниманию горожан будут представлены музыкальные и спортивные акции, которые будут проходить на площади Ракушка. На лесной площадке возле Собольков можно будет посмотреть кино под открытым небом. Кстати, во время проведения мероприятий колесо обозрения будет работать бесплатно. Такой подарок горожанам делает ОАО ИСС имени академика Решетнева в честь 55-летия со дня основания предприятия. Также в программу мероприятий добавлена еще одна площадка – клуб «Гараж», где с 22:00 до полуночи состоится научная битва между молодыми специалистами ГХК и ИСС. Развлечения, развлечения.